Все воскресенье из каждого двора, парка и сквера доносились звуки русских народных инструментов. Так весело и задорно горожане провожали зиму. Жители микрорайона Мостовая отпраздновали широкую масленицу народными гуляниями, песнями, плясками, народными забавами. Не обошлось и без главного атрибута праздника – блинов. В организации мероприятия помогли молодежный совет, средняя школа номер 32 и ТОС «Мостовая Слобода». Жители активные. Они очень активны в этом году, и молодежь, будущего и взрослые. Ну, сейчас погода немножко весна такая, что лужа. Точно поворот приятный. А жители активны, так готовы. Даже третий масленица, который ТОС проводит уже, ну, активность людей увеличивается. И молодежи, и взрослых. Так что сегодня, сегодня то, что, как можно сказать, у нас, ну, как можно сказать, экзамен. «Проводы зимы» открыл концерт творческих коллективов района и города. А для детей были организованы традиционные для масленицы игры и забавы, перетягивание каната, поднятие гири и прочие эстафеты. Многие из пришедших активно принимали участие во всевозможных конкурсах. В качестве призов – горячий чай, блины со сметаной и даже шашлык. Венцом гуляний стало сжигание чучела масленицы. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».